Мне бахнуло в голову создать картину стоимостью 100 тысяч рублей. Не, она будет не из драгоценностей. Холст и краски вполне подойдут. Для начала надо придумать идею произведения. Пусть будет что-то положительное. А то мои сюжеты периодично становятся явью. Не хотелось бы проснуться в мире апокалипсиса. Картину посвящу ночному вдохновению. Так сказать, основе моего творчества. Вы не представляете, сколько времени я потратила на наброски. Рисовала и то, и это, чиркала и так, и сяк. И, наконец, родился он. Дальше я поняла, что у меня нет подходящего холста. Поэтому нам придется сначала его сделать. Деревяха, грунтованный холст в рулоне и немного клея. Магией своих рук объединяем все это воедино, перерисовываю набросок и беру красочки. Сначала общая заливочка крупной кистью, а затем более детальная проработка. Молимся всем покровителям художников, чтобы получилось как надо. И повторяем себе: рука не сиська, кисть не трясиська. Пришло время последних штрихов, а именно добавление золотишка. Люблю, когда блестит. Покрываем работу лаком и можно вешать на стену.